Вітаю всіх на фабриці новини. Я Анастасія Федорів. Міг і сьогодні це Геннадій Гудков, полковник ФСБ Росії відставці, російський опозиціонер. Геннадій, здравствуйте. Да, Анастасія, приветствую вас. Желаю вам доброго дня. И не только вам, и всем зрителям тоже, которые нас видят и слышат. Хотела еще добавить, что также хорошего дня всем тем, кто работает сегодня в Курской области, потому что что-то невероятное происходит. И пишут СМИ, что уже 20 населенных пунктов под контролем этих сил. Мы не знаем, кто это официально. Никто не брал на себя ответственность. Ни ВСУ, как говорят в России, ни Легион Свободы России или другие силы, которые также мечтают, чтобы Россия была свободна. Но здесь давайте разберемся, что же произошло, что было перед этим. Ну, как пишут западные СМИ, что разведка страны-агрессора была предупреждена еще раньше, что, мол, сказали начальнику Генерального штаба вооруженных сил Герасимову о возможном прорыве границы в Курской области. Еще якобы даже за 2 недели. Однако российский генерал и другие военные чиновники, ну, как-то посмеялись этой информацией. Они подумали, что это будет какой-то рейд очередной, и не сильно очень уж важно. Ну и, наверное, даже пишут, что могли не сообщить Путину, как пишут журналисты Bloomberg. Геннадий, как думаете, вот могло быть такое, что знали, но не верили, что вот так далеко могут зайти эти люди? Ну и теперь самое главное, это что теперь на Герасимова будут вешать всю вину из-за того, что не удержал границы России? Ну, я думаю, что так оно и было. Знали, но не верили, считали, что это дезинформация специально предпринятые вооруженными силами или там Генеральным штабом Украины или другими структурами для отвлечения внимания, сил, средств и так далее. Поэтому, скорее всего, сочли, что это умышленная дезинформация, которой не стоит прислушиваться, которая, в общем, никакой роли не играет в войне. Ну, типа вот, а будет очередной рейс, да черт с ним. Скорее всего, так оно и было. Что сейчас происходит, сказать очень сложно. Я вчера разговаривал с рядом аналитиков и с вашими коллегами. Они говорят, я говорю, вот если есть военный смысл в этой операции, то она правильнее. Главное, чтобы в ней был военный смысл. А военный смысл заключается в парализации тылов, в разрушении коммуникаций, в уничтожении вооруженных формирований и техники, в отвлечение сил и резервов от тех направлений, где российская армия имеет инициативу, российская оккупационная армия, давайте так, вот тех, кто согласился за деньги стать наемными киллерами. И если это так, то военный смысл в такой операции есть. Если это поставлена цель, там, как и Степан Разин, освободить там, Россию таким образом, то это ложная, как, так сказать, мысль, она неправильная. Потому что военный путь освобождения России, он исключен, уж тем более захват. Я думаю, что надеюсь на первое, и жду более внятных, более четких, толковых, официальных объяснений вот этого плана и смысла проникновения в Курскую область. То, что там захвачена газонасосная станция, ключевая, ну, с точки зрения там, может быть, такого морально-психологического и политического смысла в этом есть какое-то, имеет какое-то значение. Но с точки зрения, допустим, транзита газа в Европу, это все равно в руках Украины. В любой момент она может это прекратить. Ну, мы прекрасно понимаем, трубопроводы все идут через Украину. Ослабить противника, нанести ему там, где он сейчас пытается наступать, поражение, остановить это наступление и там обратить его вспять. Вот я все время жду вот этих вот более четких логических объяснений. Само по себе действие, конечно, вызывающее. Оно опровергает как бы существующий порядок, что Украина борется с Путиным в рамках своей территории. Ну, я имею в виду, пытается освободить, деоккупировать свои территории, не вводят войска на бывшие, так сказать, до 91 года границы. Поэтому жду вот этих разъяснений и надеюсь, что в этом и есть смысл операции, смысл вот этого рейда, давайте так назовем, по тылам, который приводит к дезорганизации противника, который заставляет истерить Кремль и прочее, прочее, прочее. Ну, вот, собственно, моя оценка такая ситуации, как, скажем так, издалека.
издалека. По поводу заявления Дерипаски, потому что пишут СМИ, что все этот день нужно запомнить, потому что, вероятно, впервые раздался такой сигнал, что монолит путинской элиты дал трещину. Известно, что кремлевский миллиардер Олег Дерипаска, как его еще называют, один из кошельков Путина, назвал российскую войну в Украине бешеной, ну и раскритиковал военные расходы России. Как думаете, Геннадий, это какой-то есть сигнал другим элитам или тем, кто сегодня вокруг Путина находится, что все, нужно заканчивать. И насколько важен сегодня вообще голос Дерипаски внутри России? Тут дело не в самом голосе Дерипаски. Дерипаска, понятно, что он понимает, что все идет совершенно не так, как там предполагал Путин. Не дело не в этом. Дело в том, что таких голосов было бы намного больше, если бы, как мы предлагали еще там 2 года назад, а то если не больше, мы предлагали это, в том числе украинскому политическому руководству, над этой темой работали, над расколом российской элиты. К сожалению, этот процесс, который начался в 2022 году, где-то примерно, наверное, эта война началась в феврале, да, где-то эта вот ситуация начала возревать к лету, осени, и особо ярко была, так сказать, остро стоял этот вопрос о возможности диалога с частью элиты, формирования, скажем, таких определенных настроений внутри российских элит, это особенно в начале 2023 года. Но, к сожалению, ни западная коалиция, ни Украина, в первую очередь, не услышали нас, не увидели вот эту возможность, и так далее, и тому подобное. И в результате произошло обратное явление. Вот та элита, которая шаталась, колебалась и готова была к диалогу в отношении путинского режима, она вернулась, как говорится, в свояси и была вынуждена консолидироваться вокруг Путина. Поэтому то, что сейчас это голос Дерипаски, он отражает определенные настроения, существующие объективно внутри российских элит. Но опять это просто внутренняя реакция. Это пока вот сейчас Дерипаска скажет, вот я хочу что-то сделать. А ему скажут, да пошел ты нафиг. И, в общем-то, диалог на этом закончится. Никаких объяснений, никаких гарантий, никаких предложений этим людям, например, мы дать не можем, поскольку у нас нет ни понимания, ни поддержки в этом смысле, ни со стороны западной коалиции, которая кивает на Украину. Ну, а Украина занимает позицию довольно жесткую и типа никаких там разговоров и прочее, прочее, прочее. Я говорю с сожалением глубоким, потому что можно было сделать гораздо больше, чем сделано. Ну, вот то, что есть, то есть. Поэтому пока голос Дерипаски, к сожалению, он такой вот единичный. Единичный, он отражает тенденции, но не более того. Серьезных предпосылок для внутриэлитного бунта, переворота пока не существует. По одной простой причине, что за все эти 2,5 года не было никакого серьезного диалога с той частью российских элит, которая мыслит прагматично и трезво. По поводу реакции Путина. Он собирал совещание, переложил ответственность на губернатора, сказал, вот вы держитесь в этом стиле, что сейчас нужно как-то собрать себя в кучу и что-то делать. Людям, которые сумели выехать, он дал по $100, если так переводить, там 10 тысяч рублей. Ну и все, и дальше Путин ничего не делал. Он не назвал никак эти события, не дал какую-то, не знаю, чрезвычайную ситуацию, не знаю, какую-то еще одну военную операцию. Он не называл это, конечно же, войной, не вторжением. Ну, какая-то провокация, эта ситуация. Очень так он отдаленно об этом всем говорил. Можно ли говорить сейчас уже о том, что Путину, не знаю, плевать на эту территорию, что он будет пытаться как-то, не знаю, держать дистанцию от этого всего, надеясь, что она, конечно же, наверное, за границы Курской области не перейдет? Ну, у Путина вообще есть особенность психологического его характера, его личности. Когда случаются какие-то чрезвычайные ситуации, требующие решительных действий, принятия антикризисных мер, он прячется. Это выдает его неспособность к принятию решительных действий и мер, когда что-то действительно случается. Вот там подводная лодка или утонула,
или там произошел теракт крупный, или что-то еще, он прячется. Обратите внимание. Он не знает, что сказать. В этот момент он выбирает тактику такую: я спрячусь, я пока помолчу, глядишь, оно все само собой рассосется, как говорится. А вдруг беременность рассосется на 7-м месяце. Поэтому он, вот он занимает эту тактику всегда, все свои эти 25 лет нахождения в Кремле, и пока она его выручала. Выручит ли она в этот раз, не знаю. То есть ситуация такая получается, что несмотря на там какие-то определенные успехи в оккупации, часть Украины, давайте по-честному скажем, то есть он хотел оккупировать какие-то территории, хотел военных каких-то побед, он побед особо не одержал, но оккупировать. Оккупировал за счет там фактора неожиданности, подготовки к войне и так далее. А вот сейчас произошло обратное, там часть территории Курской области, она отошла под контроль вооруженных сил Украины. Понятно, что это не марсиане действуют там, и даже это не батальоны, это понятно, что действует вооруженное формирование Украины, которое осуществляет какую-то плановую военную операцию. Я надеюсь, мы скоро глубже поймем и узнаем смысл ее. Вот. Но он будет прятаться до тех, наверное, там какие-то неформальном режиме принял решение, наверное, туда будут брошены резервы, они уже, как судя по оценкам экспертов, туда брошены, и снята часть авиации с фронта и что-то еще. У меня там вопрос, который сейчас вот возникает у всех, и надо на него давать срочный ответ, в том числе украинским средствам массовой информации, работающим российской аудитории. А вот эти там снаряды, мины, бомбы и так далее, которые падают на дома, они падают с какой стороны? Вот это очень важный вопрос. Вот сейчас на него надо дать ответ, очень четкий, конкретный, абсолютно аргументированный. Это важный вопрос. Я просто подсказываю сейчас нашим коллегам в Украине, что вот это надо сделать. Потому что я абсолютно убежден в том, что если там и будут ковровые варварские бомбардировки, то это будет российская сторона. Это мое предположение, но мне хотелось бы, чтобы оно, это предположение опиралось бы сейчас на факты, четкие разъяснения и, как говорится, железобетонные подтверждения тому. Вот, поэтому я вообще считаю, я вот говорю специально сейчас и для русскоязычной, и для украинской аудитории, для российской, для украинской. Я об этом говорил много раз, в том числе и на зарубежных форумах с коллегами, дипломатами и политиками, что военный путь вторжения извне с целью свержения режима или с целью смены власти в России и возвращение в России там свободы и демократии, на мой взгляд, на сегодняшний день исключен. И причина этому очень простая – наличие большого, огромного ядерного потенциала у Путина. И мы всегда говорим на всех наших совещаниях, мероприятиях, встречах, что ключевым, на наш взгляд, возможным, самым возможным, оптимальным решением исчезновения путинского и краха путинского режима является внутренний бунт, внутренний переворот, дворцовый переворот, как хотите, называйте его внутриэлитный переворот. И над этим, по идее, бы надо было поработать, поскольку это радикальное решение проблемы. Даже военная победа над Путиным, предположим, Украина побеждает, деоккупирует свои территории, даже это не является радикальным средством для прочного мира и безопасности. Если Путин остается в Кремле, постоянно остается источник любой разрушительной войны, включая даже ядерный вариант. Вот. Но пока наши слова, видимо, не до конца услышаны, не поняты, не осознаны. И я считаю, что мы опять совершаем ошибку, теряя время в этом отношении. Поэтому вот когда мы говорим о, скажем так, вторжении, ну не вторжении, входе войск в тылы, я вот называю это тылами, потому что Курская область и Белгородская область и так далее, это по большому счету тылы фронта, который протянулся на расстоянии 1200 километров. И вот этот рейд внутри по тылам, он имеет большое значение, военное, возможно, он имеет значение морально-психологическое, он имеет политическое значение, но он не может быть избран для победы над тираном, к сожалению. Потому что это не Гитлер 44-45 года, у Гитлера не было ядерной бомбы, у Путина их там валом вали, да, там тысячи-тысячи различных ядерных зарядов, которые могут разрушить как минимум треть цивилизации. Вот, поэтому вот такая у нас ситуация. Мы должны с вами быть реалистами. И я все время говорил, в том числе и своим коллегам здесь за рубежом, что
Вот я убежден, что если будет глубокое проникновение на территорию России, я не исключаю, что по территории России будет применено, на территории России будет применено как минимум тактическое ядерное оружие. Ну, конечно, не стратегическое, но тактическое совершенно точно. Поэтому вот мы должны с вами быть вот здесь реалистами. Да, есть операции в глубокий тыл, есть операции по разрушению тылов, коммуникации, скоплений там и так далее, инфраструктуры, всего прочего. И есть стратегия на, допустим, деоккупацию, а ведь Россия тоже оккупирована путинским режимом полностью. Ну, вот такой военной деоккупации России от путинизма, я считаю, что этот путь практически исключен и представляет из себя достаточно большую опасность. Это вот мое предположение, мои мысли, вслух. По поводу лидера, который мог бы быть, потому что Кирилл Буданов, глава разведки, также такое очень громкое заявление сказал, что для какого-то мятежа нужен лидер для Российской Федерации, и, возможно, он даже находится в Украине, его готовят. Как думаете, Геннадий, а вот кто им может стать этим лидером? Он может быть реально за границей? Или все же нужно искать человека внутри? Надо искать не человека, надо формировать условия. Человек, группа людей и так далее, силы, они сами возникнут. Вот над этим как раз работать не надо. Надо работать над созданием условий, надо заработать над созданием стратегии выхода из этого тупика, надо работать над диалогом, надо работать над условиями на фронте и много-много другого, что надо сделать для того, чтобы добиться этого результата. А искать лидера, ну назовите лидером Дерипаску. Чем вам не лидер? И богатый, и хорош собой, как мы знаем, там от Насти Рыбки, вот, и внутри. Понимаете, все равно переворот будут делать те люди, которые окружают Путина. Вот хотим мы этого, не хотим. Там говорят, вот что вы Путина не свергнете? Свергнуть Путина могут только те люди, которые работают непосредственно с ним в прямом контакте. Другого варианта нет. Другого варианта нет. Только могут сделать свои, не чужие. Вот, потом, как строится будет власть, это другой вопрос. Это уже будет потом, к этому тоже надо готовиться, тоже надо проговаривать, но сначала нужно решать главное, создание условий для смены власти в России, для исчезновения путинского режима, для краха Путина как такового. Режим персоналистический, он заточен под одного человека, он является там главным балансом всем вот этих грызней кланов, и с его исчезновением, там, или арестом, задержанием, отъездом на необитаемый остров, система, на мой взгляд, рухнет. Если особенно помогут еще внешние факторы, они помогают. Могут помочь, если правильно работать. Вот. Но, как мы видим, как говорится, при всем понимании, слава богу, что это понимает Кирилл Буданов, это очень хорошо. Хотелось бы, чтобы его понимание шло бы дальше, как бы распространялось внутри украинского истеблишмента. Ну, будем надеяться. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Мне кажется, что по этому принципу все-таки когда-нибудь это сработает. Лучше поздно, чем никогда. Хотя, на самом деле, лучше рано, чем поздно. Но поздно все-таки лучше, чем никогда. Я надеюсь, что все-таки украинское политическое руководство придет к пониманию этой совершенно простой, лежащей на поверхности мыслей, стратегии и тактики, и не будет в этом смысле прятать голову в песок, делать вид, что это, в общем-то, не тот путь, который ведет к победе. Также еще были события ночью в России. Известно, что в Липецкую область ночью прилетели неизвестные беспилотники. В регионе ввели даже режим чрезвычайной ситуации, а жителей 4 населенных пунктов эвакуировали из-за детонации боеприпасов на военном аэродроме. И вот на фоне всех этих событий, на фоне также Курской области, известно, что, как пишут западные СМИ, Украина просит Штаты все же позволить бить атакамсами еще дальше по территории России. Ну и вообще видим, что сегодня Штаты фактически поддержали Украину в этих событиях, которые происходят в Курской области. Германия позволяет использовать свои танки. Вот как думаете, как-то дальше может зайти вся эта история вот в том смысле, что ну, увидят сегодня наши западные союзники, что, не знаю, хорошо все получается, да? Можем как-то останавливать и с другой стороны российские войска, позволить нам больше? Или все же тоже ядерное оружие Путина оно будет сдерживать? Ну, ядерное оружие, конечно, сдерживает, но здесь мы ставим запятую и говорим «но».
Путин пока не готов его применять, пока на сегодняшний день. Мы это видим по растерянному лицу его на Совете Безопасности. Вот, и каких-то, ну, понятно, что там тут же выскочил Медведев, сумасшедший, так сказать, ему дали отмашку там всех попугать, перочинным ножичком обнаженно побегать по двору, ну и так далее. Вот, тут вопрос в чем? Надо, вот, когда мы сейчас говорим, удары там вглубь России, вот вы сейчас сами правильно очень сказали, но не акцентировали внимание на том, что эти удары нанесены по Липецкой области по военным объектам, аэродромам, складам и так далее, что эвакуация жителей как раз произошла из-за риска детонации боевых зарядов, которые хранились в местах, куда прилетели дроны. И вот мне кажется, нужно каждый день подчеркивать, каждый раз подчеркивать, что Украина не ведет никакой войны с мирным населением, она уничтожает военную и структуру, и ту структуру, которая работает на войну. Это очень важное отличие. Это вот сейчас многие критикуют, что, дескать, демократии поменяли убийц и диверсантов там на честных людей. И да, тут можно критиковать, и можно говорить, что они, это может понравиться, так сказать, там по обмену вот этих политзаключенных Путина, он начнет создавать обменные фонды. Но это, как говорится, другой вопрос уже потом о практике. А западные демократии не могут позволить себе действовать такими методами, каким действует Путин. Убивать людей, приговаривать невинных людей к тюремным длительным срокам или там пытать их и доводить до смерти или там до потери здоровья. Мы не можем приговаривать невинных людей к смертной казни и так далее. То есть вот мы должны подчеркивать отличие демократии, к лагерю которого относится Украина, от вот этих тираний, которые не только там чужих людей не, жизнь не ценят, но они и своих также не ценят. И вот почему я недаром задал вопрос, откуда же все-таки летят вот эти снаряды и бомбы, разрушающие дома, очень важно, чтобы сейчас это были объяснения. И я хочу сказать, что я считаю, что Украина имеет полное право на всю глубину действий, имеющихся у нее средств огневого поражения, так говорю уже таким наукообразным языком, наносить удары, которые парализуют противника, наносят ему ущерб в живой силе, инфраструктуре, объекты инфраструктуры разрушают, поражают те, значит, объекты, откуда что-то взлетает, что-то пускается и так далее, то есть пусковые установки, аэродромы, инфраструктура, там, навигационные и прочее, прочее, чтобы не дать возможности противнику убивать своих граждан, своих солдат. Это очень важно. Я считаю, тут абсолютно полное и моральное, и юридическое право Украина на это имеет. На нее напали. Агрессор очевиден и понятен. Это война на защиту своей свободы, своей территории, своей страны. И защищая свою страну, Украина имеет полное право использовать все то оружие, которое есть в ее распоряжении, на всю дальность его действия. Вот единственное, мы должны все время говорить, что это все-таки война на, с военными, с военной инфраструктурой, со структурой, которая обеспечивает войну там, снарядами, средствами доставки и прочее, прочее, прочее. Вот это очень принципиальное отличие Украины от демократической Украины, от тоталитарной диктаторской России. Ну, еще вот одно уточнение по поводу военкора некого такого себе Евгения Поддубного, потому что очень много шума наделало, якобы сначала писали, что он погиб, потом ранен, потом стало известно, что его доставили в институт скорой помощи где-то в Москве. Ну, а еще ранее также известно еще один так называемый пропагандист военкора, телеграм-канал Коц Ньюс, также писал, что, друзья, давайте вместе найдем того, кто вообще вывез Поддубного на крайний суд же его подобрал местный житель и довез до волонтеров. Вот ценность такого персонажа для вообще всей, скажем так, так называемой военкорской тусовки. Вот минус один, минус другой. Как это имеет значение на, скажем так, может, на вектор их мнений, на то, чтобы они могли бы поменять мнение и что-то другое написать? Или все же это такая себе вот отдельная тусовка? Уверена, что очень многие в Украине не знают эту фамилию, но только вот, скажем так, когда только что-то случается, тогда эти фамилии всплывают. Ну, понимаете, ведь это же когорт, который формируется, сдается власти, работает на власть, получает от нее все положенные ей льготы и прочее, прочее, обласкана власти. Поэтому вместо одного там Поддубного будет там Подлужный
или Подгорный, или еще кто-то. Поэтому это, как бы так сказать, просто портреты в этой бесконечной галерее, создаваемой властью, большого значения, ну, если, конечно, там какой-то талант оказался еще и популярный, это, ну, жалко для власти, что они теряют таких людей. Но, в общем, как говорится, ну, расходный материал. Ну, по большому счету, для Кремля, для его агитационно-пропагандистской машины, ну, расходный материал. Ну, да. Вот эти ребята нам нужны, конечно, мы должны их там полностью кормить и поить, и все это создавать для них, для условий всякие. Ну, что ж теперь, ну, вместо одного еще 10 наймем. То есть это не очень большая для них потеря. А, так сказать, я же вообще говорю, что Путин никогда не проявлял никакого сочувствия к тем людям, которые, чьи жизни были потеряны. Ну, потерянные, потерянные. Ну, лодка куда она делась? Утонула. Ну, мы же помним, с чего начинал. А она утонула, да? Вот. Что с лодкой? Она утонула. И там не пускали никого для того, чтобы попытаться провести спасательную операцию. И норвежцев, которые там предлагали свои глубоководные аппараты, и кого-то еще там не давали к этой лодке подойти, там, ссылаясь на какие-то важные государственные секреты, которых там, похоже, что и не оказалось. Вот, а люди, ну, еще были какое-то время живы. Поэтому, ну что, вот с этого начинал, вот он в этом ключе и работать продолжает. Что случилось? Да, они погибли. Да, они вот там были застрелены, да, что они сгорели. Да, их затопила вода. Ну, что там. Шахтеры гибнут, военные гибнут, жители там простых сел, в обычных, то есть, городах сел гибнут. Россия наполнена огромным количеством различных катастроф природных, неприродных, рукодельных. Все уже настолько вот привыкли к плохим новостям, что стараются их не слушать, ограждать свое сознание от огромного потока плохих новостей. Память почему там, как у туфельки инфузории, что вчера было, я уже ничего не помню, да? Потому что случается столько много событий, которые, если помнить, то сойдешь с ума. Просто в голове будет накапливаться такая огромная масса какая-то, вот такая давящих психику событий, что она может эта психика не выдержать. Поэтому население защищается не тем, что оно ничего не помнит. Что-то никто не помнит теракты в Москве, уже никто не помнит поезд, который там был взорван, метро там. Уже никто не помнит, как произошли катастрофы в Краснодарском крае, когда там смывало целые города. Уже никто не помнит, сколько шахтеров погибло в этих несчастных шахтерах, в этих шахтах. Уже никто ничего не помнит. Потому что количество катастроф, несчастья, гибели, смерти. Ну, что там говорить, в России там от пожаров, там, я помню еще статистику старую, там больше, один, раньше гибло 18 тысяч, потом там с общими усилиями довели до 11 тысяч человек в пожарах, 11 тысяч целой дивизии гибнет в год. Там гибнет там от рук преступников, там раньше по 30 тысяч, сейчас я думаю, что цифра еще, наверное, больше, просто она прячется. Ну, там 3 дивизии гибнет от рук преступников, там... пропавших без вести десятки тысяч. Россия просто привыкла к катастрофам. Она живет в эпоху катастроф. Они случаются каждый день. Вот постоянно. Вот на соседней улице, в соседнем доме, в соседнем поселке что-то происходит. И если это все помнить, то сойдешь с ума. Я просто объясняю, вот почему народ устойчив на вот эти катастрофы. Потому что они уже настолько привыкли к потоку негативной информации, что произошла такая адаптация психики. Я не помню, что было вчера. Я вот сегодня встал, день, солнышко светит, или там ветерочек дует, и все хорошо. Потому что если помнить то, что вчера, это вот уже полностью, так сказать, нужно быть в состоянии какой-то прострации, растерянности, подавленности и прочее. Ну, вот такая вот в России происходит. Поэтому то, что Путин говорит... или ничего не говорит, когда гибнут тысячи людей, это, к сожалению, привычно для российского образа жизни. Что ж, да, конечно, интересно. Будем также дальше наблюдать за этими событиями. Благодарю вас, Геннадий, за важный разговор и за интересный разговор одновременно. Спасибо. Друзі, Геннадій Гудков був з нами. Це російський опозиційний політик. Дякую кожному. Будь ласка, чекаю ваші вподобайки, підписку. Ну, звісно, пишіть в коментарях, як вам події, які відбуваються просто зараз на Курщині.